Добрый день, друзья! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Наталья. И сегодня в обзоре у меня небольшой заказик от Oriflame. Давно у нас с вами не было обзоров и покупок. Я не выкладывала по каталогу Oriflame, но вот в этот раз решила небольшой вам показать. Действительно, заказик небольшой, поэтому побыстренько пробежимся. И все, я покажу вам, что я для себя приобрела. Итак, это батончики. Из серии Wellness протеиновый батончик с ягодами. 7 батончиков по 35 грамм. Источник белка и пищевых волокон. Вот она коробочка. Так. Здесь аннотация, состав, пищевая ценность на коробочке. В общем, все. Без глютена, без пальмового масла, без искусственных консервантов и различных там подсластителей, ингредиенты природного происхождения. У меня уже ребенок, конечно, открыл, потому что она их ждала, долгожданные батончики для нее. Итак, вот так выглядит каждый батончик по 35 грамм. Сейчас покажу. Видите, он мягкий. То есть он очень такой мягенький, хорошо разламывается, хорошо кусается. 10,5 грамм, тут 5,6 грамм. В общем, весь состав 35 грамм. В общей сложности 7 батончиков до 5-23 года. Годен. Код набора этого 29693. Артикул. И вот в коробочке они как раз так, 7 штучек. Да? 2, 4, 6, 7. Все. 7 штучек. Это у нас серия Wellness протеиновые батончики. Вкусняшки. А для себя я взяла пребиотический напиток с пищевыми волокнами. Я уже пропивала одно время. У меня есть видео. Кто следит за моими заказами, за моими распаковками, тот видит, что у меня уже этот друг уже мелькал в кадре. Итак, веганская формула. Источник также пищевых волокон, одна порция, 30 порций получается, да, месяц, не содержит ГМО, не содержит глютен. То есть для для нормализации пищеварения, то есть вот для того, чтобы наш кишечник идеально работал. Как раз-таки вот пробиотический напиток с пищевыми волокнами. Не является лекарством. 30 порций по 5 грамм. Итак, код 31750. Что у нас здесь? До 3-24 года. То есть вообще свежий. 3 в марте 22 года сделан. До 3-24. Ну, вообще свежакус. Итак, вот он. Давайте попробуем, откроем. Но, по-моему, он закрыт герметично. Насколько я помню, правда, давно это было, когда он только вышел, я его и как раз купила, чтобы пропить. Да, все верно, он был запакован, герметично запакован, порошочек такого бледно-зеленого цвета. И вот разводим в водичке и пропиваем его. Все, для довольно-таки такая плотная штучка, которая бережно его сохраняет. Что взяла? Четырехсторонняя пилочка. Мне очень нравится, потому что у меня была, и она, в общем, в нет ушла. Сейчас покажу. Итак, для сравнения, фокус-покус. Вот эта вот сторона как раз-таки первая. Это самая такая вот, ну, такая грубая наждачка, скажем. Это для шлифовки третья, четвертая. Вот, видите, она у меня рабочая. То есть я ее, смотрите, вот все в нет ушла, уже невозможно ею пользоваться. Терпела и решила все-таки по акции шла в каталоге. Я ее как раз-таки приобрела. Вот она, четырехсторонняя пилочка. Давайте посмотрим код, попробуем найти, потому что циферки мелкие, и мне вот прям не очень удобно ее видно. Ну, вот зафиксирую. Кому надо, скриньте. 42, по-моему. Не помню. 42. Ладно, не буду мучиться, потому что настолько мелкий, что не вижу на темном фоне так.
Это четырехсторонняя пилочка. Что здесь еще я взяла? Я взяла сыворотку. Сыворотку из серии Optimals. Вообще мне очень понравилась обновленная серия Optimals. Я дополнительно сниму видео по гелю. Я в него вообще влюбилась. Гель, очищающий гель для лица из серии Optimals. Отдельно про него расскажу, потому что там такой лапочка гель для лица. А вот это, по-моему, защитная или восстанавливающая сыворотка. В общем, для лица. Хочу ее попробовать. Вот так вот она выглядит с пипеточкой. Сыворотка для лица. Обычный стандартный размер 30 миллилитров. И вот она коробочка. Что у нас здесь по дате? 5/5/24. Ну да, тоже свежакус. В общем, код у нее, смотрим, фиксируем. Видно? Видно. Самый нижний код. А вот, и вот эта вот пипеточка. Сейчас открою. Вот так вот мы ее набираем. Вот она. Вот у нас стеклянная пипеточка. И ею пользуемся несколько капель и наносим на лицо, на очищенную кожу лица. То есть сначала умылись, тоником лицо протерли, а затем наносим сыворотку. И после сыворотки уже крем ночной, либо дневной, в зависимости от того, в какое время суток вы пользуетесь. Вот это Giordani Gold Метаморфозы. Тональная основа, матирующая тональная основа с SPF 7. Это идет подарок. За размещение заказа идет подарок. Поэтому тут уж, как говорится, какой тон попал, тот и попал. Ivory Warm, то есть теплый бежевый, 35214. Код до 9/23 года. Ну вот они идут в подарок. Давайте посмотрим, что там у нас. Я пользовалась, у меня есть видео, но, по-моему, у меня был какой-то другой оттенок, подтон. Вот я сейчас не помню, вставлю ссылочку на видео. Бабочка такая красивая. Но вообще Giordani Gold серия «Сказка», как оформлена. И вот она как раз. Пастель Ivory Warm. То есть матирующая тональная основа. Вот шла подарочек. Подарочек. Ну, в принципе, я так снимаю. Не, хороший оттеночек. Думаю, что мне подойдет. Сейчас, конечно, у меня... и сразу чувствуется, как матирует. Слушайте, она прям такая сразу раз и шелковистая становится. Прям раз и все. Как раз у меня сейчас лицо загорело. Возможно, потом к зиме будет нормально. Ну, поэкспериментирую, попробуем. Что еще? Пробники вот этого следующего каталога, как раз таки 12-го. Это также тональная основа серии Zean AZ, увлажняющая. А это серия Novage Skin Relief крем для пробничек, крем для кожи вокруг глаз. Удобные форматы всегда. Если бывает такой момент, когда, знаете, заканчивается вот свой крем, и ждешь, когда придет следующий, а нечем пользоваться. Я открываю просто пробнички и ими пользуюсь. И мне нравится. Либо дарю в подарок кому-то попробовать. А что еще? Вот здесь это вот пробнички туалетной воды. Giordani Gold мужская и женская. Покажу. Это обновленная версия в новом каталоге. У нас таки как раз... Giordani Gold меняет свой дизайн. Так, сейчас где-то я ее видела. Давайте по-быстренькому пролистаем. Либо в начале. Так, это уже зонты. Где-то я ее прям тут так видела. Слушайте, сейчас найду и открою нужную страничку. Так, быстренько пробежим. Вот она страничка бумажного каталога номер 29.
обновленный дизайн туалетной водички, парфюмерной воды Giordani Gold. Это женская, и вот так у нас будет выглядеть Giordani Gold, уже всеми любимая серия ароматов. Это будет мужской. Смотрите, какой современный, стильный флакон. То есть заглянем, сразу покажу вам из новой серии странички, из нового каталога. И причем здесь идет шикарный подарок. То есть если заказываем парфюмерную воду Giordani Gold женскую, то в подарок идет люксовая серия крем для рук из серии Novage. Идет в подарок за 760 рублей в подарок. Каждый аромат по спеццене за 1499, а при заказе любых двух, либо там двух женских, двух мужских, либо мужскую и женскую, он выйдет 1499 каждый. Итак, вот он у нас мужской. Точно так же. А здесь идет уже гель для бритья в подарок из серии Novage Men. Шикарные подарки при покупке туалетной воды. Это мы с вами заглянули в следующий 12-й каталог. Новый уровень совершенства. Новые флаконы, новые дизайны. И что еще у меня здесь пришло? Сейчас покажу. Вот два каталога, потому что просто так уже каталоги бумажные не купить, как раньше это было, можно было по 5 заказывать, там по 10, по 20, по 30. Многие заказывали, кто работает с каталогом, кто работает с продажами. Теперь только он идет в заказе. То есть, если вы делаете заказ, вам компания добавляет каталог в ваш заказ бумажный. Я очень люблю, обожаю бумажные каталоги и очень люблю их листать, пролистывать, вглядываться в каждую детальку. Да, я за современный e-каталог, он очень удобный. Но если есть возможность пользоваться бумажным, я, конечно же, всегда буду пользоваться бумажным. А так, да, я поддерживаю. И лифлет. Здесь два одинаковых лифлета. Это вот как раз-таки, что нас ждет в следующем каталоге, то есть в 12-м. Эксклюзивные, скажем так, предложения, спеццены. Это акции, раздел акций. И что мы можем приобрести по спеццене. Вот эти маски мне очень нравятся. Они такие разовые, такие классные. То есть кремовая маска с малиной для смягчения кожи. Далее это очищение с глиной. Масочка. И вот это вот вообще шикарная гелевая маска с органическим апельсином. Слушайте, они такие все вкусные, сладкие. Просто замечательные. Вот такие маленькие, кругленькие у меня есть. На канале поищите, есть такие. Вот у меня там проходил маска-марафон, я делала для себя. И вот там есть они. Они очень удобные в заказах. Следующий закажу, покажу. Прям такие малюсенькие. Ну и вот как раз-таки все, что необходимо, это как раз новая туалетная парфюмерная вода Giordani Gold в новом стильном образе. Затем туши по спеццене и омега-3 для красоты изнутри. Это рыбий жир. Также спеццена 1699 рублей. Но учтите, для зарегистрированных они идут еще ниже цены. Все. На этом у меня обзор такой кратенький закончился. Надеюсь, что-то да приятное вы для себя подчерпнули из него. Пусть он небольшой, пусть не так много товаров в нем, но в следующем будет больше и будет больше новинок, которые я вам покажу. Давно я не снимала, правда, заказы Oriflame. Я очень люблю, пробую. Многие косметические компании, как вы видите, выкладывают там свои покупки. Но всегда возвращаюсь к Oriflame, правда. Вот Oriflame – это любовь. Моя искренняя горячая любовь, поэтому я люблю делать обзоры каталога, отдельно распаковки, отдельно тестировать продукцию. То есть мне здесь нравится абсолютно все. Спасибо за внимание, до новых встреч, полезных вам хороших покупок. Пока-пока!